Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем нашу послематчевую пресс-конференцию. Перед нами главный тренер футбольного клуба «Севастополь» Станислав Гуцкевич. Станислав Александрович, поздравляем вашу команду с победой. Спасибо. Поделитесь победными эмоциями. Ну, эмоции после победы всегда хорошие, поэтому тут сложно передать это. Но что касается игры, то я очень рад тому конструктиву, который был и в первом тайме, и во втором тайме. Мы превосходили в территориальном владении мячом, как бы были моменты острые. Единственное, что в первом тайме, ну скажем так, все попадало во вратаря. Но в целом я очень доволен. Вот вопрос. Спасибо.